Всем привет! Сегодня хочу вам показать свой достаточно такой небольшой заказик сайта Makeup.ua. Будет 3 коробочки, объясню почему. На сайте проходила акция на билеты Vitex белорусских производителей. Берете 2 продукта, 3 подарок. Чтобы мне достались, к примеру, я брала уход за лицом, там крема по 100 гривен. Я взяла 3 одним как бы чеком, и один из кремов там за 80 гривен достался мне в подарок. Доставка 15 гривен, поэтому мне вышел подарок за... я в плюсе где-то на 60 гривен. А вторая коробочка, я брала тоники, все приблизительно по 50 гривен, 60, и тоже 2 продукта мне в подарок, но если я брала бы за одним чеком, тогда мне вышел бы подарок как бы меньше, потому что идет в подарок меньшая стоимость, например, не крем за 100 гривен, а какая-то масочка. И еще третий заказ у меня будет там с абсолютно другими средствами. Давайте приступим. Итак, первый заказ, который я как раз вам и покажу, это уход за лицом. Я брала на зиму, питательная серия. И давайте же посмотрим. Это серия супер питание, органа и миндаль. Здесь у меня идет сыворотка, крем дневной и крем ночной. Они подходят как для кожи лица, и тут идет ночной для шеи и декольте, а дневной для лица и кожи вокруг глаз. Но я думаю, тот и тот буду на кожу вокруг глаз наносить. Так, крема заслюдированные, сыворотка нет. Интересно, почему? Крема открывать сейчас не буду, потому что на очереди у меня серия Азия Спа. Посмотрите, видно, кто-то уже мою сыворотку смотрел. Вот так выглядит, не очень приятно, конечно же. Видно, кто-то уже открывал, вот она немножко и потекла. Значит, будем в ближайшее время пользоваться. Вот это неприятно. Да, здесь это клеилось, потому что она немножечко потекла. Но ничего, придется немного раньше ей начать пользоваться. Такая маслянистая текстура, очень-очень приятный аромат. Сыворотку, повторюсь, наверное, придется использовать раньше, чтобы не закончился срок годности. По ценам. Крем ночной 108 гривен, сыворотка 103 гривны, и дневной крем мне получился в подарок абсолютно бесплатно. Вот могу вам показать чек. Жалко, что вот такое вот случилось с моей сывороткой. Не знаю, то ли ее кто-то открывал, то ли из-за транспортировки. Девочки, кто заказывал такую сыворотку, упаковочка идет с людей или нет? Вторая коробочка. Показываю вам сразу чек. И давайте же приступать. Первое, что мы видим, хорошо упакован тоник. Bio Blue Term, увлажнение лифтинг с микросферами глубокого ретинола. Извините, я читаю через камеру, плохо вижу. Для лица и шеи. Термальный тоник. Так, этот тоник у нас стоил, чтобы 52 гривны 150 миллилитров. Он должен быть, да, он, видите, немножко такой гелевый. Будем пробовать, это относительно новая серия. Масочка, которая мне пошла в подарок, если я не ошибаюсь, это целебная банка, лифтинг-маска, идет с розовой глиной и маслом органы. Я взяла ее именно как очищающую маску. Да, она мне пошла как раз в подарок. Это один из 2 подарков, потому что я заказывала 6 средств. Вторым подарком мне шел вот такой вот тоник. Он шел где-то за 40 гривен, как и эта маска. Лучшие рецепты. Тоник на васильковой воде. У меня есть с лучших рецептов масочка. Я ее просто обожаю. И еще будет у меня здесь умывалка и 2 маски. Слышала очень хорошие отзывы на такой гель для умывания. Лучшие рецепты. Он идет уже на отваре василька и ромашки, в принципе, как и тоник. Будем пробовать вместе. И взяла 2 масочки. Одну из серии Blue Term, маска Сон. У меня еще такое с маски Сон, что на ночь наносится, не было. Я наношу некоторые увлажняющие вот так вот на ночь. Но
именно специальной маски на ночь у меня не было. Для лица, шеи и декольте. Будем пробовать. Слышала очень много хороших отзывов. И сейчас у меня на очереди уход от Asia Secrets. Поэтому в дополнение к нему взяла вот такую 3D ретинол масочку, корректор против морщин для лица, шеи и декольте. Тоже будем пробовать. Когда попробую, вам расскажу. И по ценам вы видели, в принципе, в чеке. Но, в принципе, могу сказать, ночная маска Blue Term 63 гривны, а Asia Secret 60 гривен. Гель для умывания лучшие рецепты 51 гривна и термальный тоник Blue Term 52 гривны. А вот целебная банька и тоник лучшие рецепты вышли мне в подарок. И приступим к третьей коробочке. Итак, третья коробочка. Не вижу пока чек. Здесь подарок, я вам в конце покажу. Заказывала вот такие ватные диски, у меня приходили они в подарок, они очень классно прошитые, поэтому повторила покупку. Далее заказала новинку, про которая очень нашумела уже на ютубе, это Garnier Fructis, банановая маска, экстра питание для очень сухих волос. Здесь три способа применения и целых 390 миллилитров. В влоге на канале уже будет на данный момент, как мы ее открываем с вами и тестируем. Но, в принципе, сейчас в конце видео откроем, посмотрим, что там как. Далее тоже там по выгодной цене. Вот такие вот ватные палочки Bella. В конце найду, обязательно покажу вам как бы чек. То сколько стоило. Взяла вот такую маску, тоже недорого попробовать. Это Bell Cosmetics. Мне очень понравилось оформление. Она идет из лифтинг эффекта для увлажнения. И очень я слышала хорошие отзывы вот о такой маске Зая с козьим молоком. Открывать пока не буду. Но Revlon Gold. Взяла такую тушь. Мне очень понравилась серия Revlon XXL. Суперская тушь. Решила попробовать еще такую. Очень давно хотела попробовать Fashion Gloss, блески для губ от Revlon. Это идет зеркальный, и у меня, по-моему, Восторг Парижа. Да, Восторг Парижа, второй тон. В конце видео будут сводчики. Далее целая куча карандашей. Если не ошибаюсь, это будет, да, все Париса. Смотрите, здесь 4 карандаша для губ и один карандаш для бровей. У меня вот с этой серии, что длинненькие, есть один карандаш, он просто шикарный. У меня 403 номер, если не ошибаюсь. Он нюдовый, не сушит губы, идеально ложится на все губы. А я еще взяла серии, которые выкручиваются, попробовать один оттенок. И, конечно же, для бровей тоже слышала там хорошие отзывы. Видите, здесь сразу идет кисточка. Сейчас будем смотреть сводчи, просто уже откроем всю посылку. Так, что у меня дальше? Еще взяла вот такие вот ватные подушечки. Или это диски. Диски вроде бы, но очень маленькая упаковка. Видно, не заметила, что 25 штучек. Так, далее взяла попробовать Floralis. Здесь идет, по-моему, 580 миллилитров. Это белорусская марка, египетские ночи и мыло. Я не заметила, что здесь вот такой дозатор. Мне было очень интересно попробовать по аромату. Тоже в конце видео сейчас попробую, расскажу, что, как. Так, если честно, уже не помню, что там как было. Чек в конце покажу. Далее у меня очень выпадают сильно волосы. Взяла попробовать вот такой вот шампунь, касторовое масло с миндалем. Не заметила эту акцию на сайте, что Белита Витекс идет, и поэтому вот в этой в этой еще посылочке заказала Asia Secrets 3D Retinol Tonic Softener. Я, насколько читала, софнер, он должен более быть увлажняющим, но буду пробовать всю серию, вам обязательно буду рассказывать. И не могла пройти мимо вот такой красоты, которая абсолютно недорого стоила. Там есть разные упаковки с разными вот такими вот фруктиками. И сейчас приступаем к сводчам и ценам. Итак,
Сейчас будем идти с вами по чеку. Я вам буду говорить, что сколько стоило. Бальзам мыло «Египетские ночи» 40 гривен 580 грамм. Очень, я вам скажу, приятно пахнет. Средней консистенции, не очень жидкая, но я бы не сказала, что густой. Но пахнет приятно какими-то цветочками. Далее у меня идут ватные диски «Снежана», которые мне понравились. 33 гривны 150 штук, но очень хорошо прошитые. Далее идут карандаши Париса, как вы видите, здесь 11, 15, 10, 14 гривен, то есть в районе 15 гривен все. Вот так выглядит. Здесь у меня и для губ, и для глаз. Но, так, вот этот выкручивающийся, оттенок 205, там так и пишет, серия выкручивающаяся. Он у нас стоил 14 гривен. Вот такой он, я бы сказала, вырви глаз. На сайте он был более темный. Розовый и коричневый, мягенькие для губ. Розовый 404, очень напоминает розовый оттенок от Yves Rocher. И 402, он на осень такой коричневый, мягенький и приятный. А вот с этой же серии оттенок 426, уже такой очень твердый. По крайней мере, вот этот вот такой бордовый достаточно сложно наносился на руку. И этот просто супер оттенок для бровей. Но я не знаю, как будет носиться оттенок номер 305, но он без рыжины. Такой приятный, холодная коричневинка. Итак, стоимость. Контурные карандаши для губ 10, 15, 11 гривен в зависимости от того, какой карандаш. Автоматический 14. Подушечки для ваты 25 штучек, 11 гривен. Это невыгодно, но я просто... ну, это просто идут как бы подушечки, но оказались обычные ватные диски. Невыгодно, если честно. Я думала, что это будет что-то другое. Ватные палочки 160 штук, 12 гривен. Это вот они. Вот такие, я не знаю, выгодно или не выгодно, мне просто так удобнее заказывать. Крем-мыло питательное «Дыня» 28 гривен, но эта упаковка меня просто заворожила, поэтому имеет место быть. Маска для лица «Жая» 16 гривен. Карандаш для бровей Париса, вот это, что я вам показываю, очень красивый оттенок, 305, 22 гривны. Шампунь Гаринье для ослабленных волос с касторовым маслом, 40 гривен. Масочка банановая, Гарниер Фруктис 390 мл, 112 гривен. Хочу вам показать консистенцию, очень густая, должна быть экономична. Ну, слегка пахнет бананчиком, не могу сказать, что сильно. Блеск для губ 67 гривен, но он практически прозрачный. Легкая розовинка, я думала, он будет более насыщенный. Тушь для ресниц Gold 47 гривен, вот она, Revlui. За 47 гривен это вообще, я считаю, супер дешевая цена. Маска Bal Cosmetic 18 гривен, вот это. И тоник Софнер 56 гривен, Asia Secret. Это достаточно дорого для тоника. Я знаю более дешевые марки, и вот как 1 плюс 1, 3, можно было быть дешевле, но я просто хотела его купить, чтобы у меня была вся серия, и я смогла вам протестировать. И за одну копейку мне пришла в подарок такая вот бомбезная косметичка. Посмотрите, Makeup радует иногда подарками, вот так она выглядит. Я в восторге, очень качественно, нигде ниточек, ни ничего, будет у меня как косметичка, а не как сумочка. Вот такой заказик у меня был на этот раз с сайта Makeup. Если вам нравится, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. В блогах будет подробный затест всех этих продуктов, и по сериям будет тоже отдельное видео. Если нравится видео, оставайтесь со мной. Всем пока-пока!